Девятой серии Валентину не удается застрелить Мазурова. Скрябин мертв, и теперь поиск следствия сужается. Валентин едет на работу, и на заправке его водитель случайно встречает Светлану. Валентин сразу же едет за ее авто. Ему удается убедить Светлану поговорить. Он рассказывает девушке правду об убийстве Сергея. Светлане становится плохо, и она звонит Харькову.